Todă. În lume, în afară de mumiile egiptene, poate doar mumia lui Lenin mai stârnește în continuare controverse. Trupul îmbălsămat al lui Lenin a fost depus în mauzoleu după ce a murit, în ianuarie 1924. De câteva ori pe an, mauzoleul este închis, pentru că trupul lui Lenin este scos din sarcofag și dus într-o cameră specială, unde este spălat cu anumite substanțe, iar fața este și aunsă cu alifii speciale. Можно даже больше срок. Все зависит от состояния тела. Необходимость. На площади происходит то, что называется большая работа. Ванна, аналогичная той, что мы видим, заполняется раствором, и тело Ленина погружается для полной перебальзамировки. Именно это на официальном языке называлось «Мавзолей закрыт на профилактические работы». Работы проходят в особой комнате под гостевыми трибунами, и все оборудовано так же, как и в лаборатории на улице Красина. Сейчас вы видите детали этого процесса. В ванне тело Ленина проводят примерно месяц. На это время обычно весной мавзолей закрывается. Никто, кроме десятка врачей, никогда не видел в таком состоянии одного из самых могущественных людей 20 века. Уже технология нашего учреждения, в общем-то, коммерческое, будем говорить, тайна или, так сказать, как это, ну... Объявили, это было 3 июля, значит, 41 года. Уже не видел почти никто. И на себя чуть-чуть. О, все, прекрасно. Все. После бальзамирования тело одевают. Но перед этим и Ленин, и Сталин несколько дней лежали вот так на простынях над ванной. С тела стекают излишки раствора. Обычное белье, правда, стерильное. Который был раньше на Владимире Ильиче, но после профилактических работ, которые проводятся на Красной площади, его отдали нам для этих испытаний. То есть это обычная материя, никаких здесь нет ни вкраплений, никаких датчиков нет. Это обычная материя, можете потрогать, посмотреть. Его же галстук. И... Да, это ленинский, Владимир Ильича галстук, его костюм.
Nimeni nu a dezvăluit vreodată secretul îmbălsămării lui Lenin. Cu toate acestea, mai mult de jumătate din populația Rusiei ar vrea ca trupul lui să fie îngropat. Și capii bisericii susțin același lucru. Putin însă s-a opus vehement de fiecare dată. Cu toate acestea, în fața Kremlinului, acolo unde se află de atâția zeci de ani trupul îmbălsămat al lui Lenin, turiștii stau la rând ore întregi pentru a vedea cu ochii lor cum arată un mort viu. Subiectul strânește în continuare controverse și curiozități în egală măsură. Noi, românii, ar trebui să știm că îi datorăm profesorului Minaminovici multe lucruri menite să dezlege misterul.